На Дону 9 поисково-спасательных отрядов расположены так, чтобы территория области в случае ДТП была максимально прикрыта со всех сторон, и спасатели могли в кратчайшие сроки приступить к спасению и оказанию помощи попавшим в беду людям. С целью повышения оперативности реагирования и повышения профессионального уровня спасателей при ликвидации последствий ДТП на базе всех поисково-спасательных отрядов проводится учение по теме «Ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия». Учение проводится в несколько этапов. На первом этапе происходит организация взаимодействия сил и средств участников ликвидации ДТП. На втором этапе отрабатывается проведение аварийно-спасательных работ, ограждение места ДТП, отключение аккумуляторных батарей, деблокирование пострадавших и погибших, ликвидация разлива горюче-смазочных материалов и предотвращение возгорания аварийных автомобилей. На третьем этапе пострадавшим оказывается медицинская помощь и их эвакуация с места происшествия. На заключительном этапе спасатели проводят работы для восстановления нормального движения на участке автодороги, где произошло ДТП, транспортируют транспортные средства и убирают с проезжей части их обломки. Дорожно-транспортные происшествия в области происходят регулярно, поэтому подобные совместные учения очень важны, ведь опыт всегда понадобится при спасении реальных пострадавших.